Заповедник Упсунурская котловина и клуб друзей Всемирного фонда дикой природы «Синяя птица» подвели итоги детского республиканского конкурса новогодних подделок «Елочка, живи». В преддверии Нового года сотрудники заповедника предложили детям альтернативу живой срубленной елки, создав свою новогоднюю красавицу. В конкурсе принимали участие воспитанники детских садов, школ и других образовательных учреждений республики. Подделка должна была быть красочной, аккуратной, а самое главное – креативной. Всего на конкурс было представлено около 100 работ в двух номинациях – «Сила природы» и «Вторая жизнь». Именно экологические такие номинации – из природных материалов и из бросовых материалов. Елочки, которые не заняли места, могут забрать после 25 числа, вот за эти оставшиеся дни, могут забрать и встретить Новый год в компании «Елочки». Победители перед Новым годом получат призы и грамоты. Кроме того, многие работы будут отмечены благодарностями и призами в качестве поощрения от организации членов жюри. Все участники конкурса также получат сертификаты.